Острова Приморского края – это неотъемлемая часть жизни местных жителей. Некоторые, что поближе к Владивостоку, обитаемые. До них легко добраться на пароме. Но большинство островов – это необитаемые земли и зачастую заповедные. У всех есть отличительные особенности и свои почитатели. Территории нашего края принадлежат более сотни именованных островов, скал и кикуров. Самый крупный – остров Русский, по площади превышает все остальные острова вместе взятые. Он имеет красивые очертания, его береговая линия изрезана глубокими и мелкими заливами и бухтами. В северной части острова, на северо-восточном побережье, расположились бухты Парис и Аякс. В северо-западной части в остров углубляется бухта Навик, одна из крупнейших бухт Приморского края. Южное же побережье острова – суровое скалистая, открытая всем морским ветрам и ураганам этих широт. Величественные картины суровой природы открываются тем, кто добрался до мыса Шмидта, Вятлина, Табизина. Летом 2012 года был построен Русский мост, который соединил остров с материковой частью Владивостока. Особенность этого острова заключается в многообразии достопримечательностей с богатой историей. Замки и крепости всегда привлекают отдыхающих. Сотни интереснейших экскурсий проходят именно на острове. До наших дней сохранилась часть Владивостокской крепости, остатки военных складов, арсеналов. Здесь же знаменитая и уникальная Ворошиловская батарея. Также на острове расположен Свято-Серафимовский мужской монастырь, который был основан в 2002 году. Здесь же находится знаменитый кампус Дальневосточного федерального университета и великолепный Приморский океанариум. Остров Путятин – один из самых красивых и посещаемых островов залива Петра Великого. Большую часть территории покрывает густой лиственный лес, преимущественно дубовый. Северную часть занимает гора Старцева, в южной части вдали от людей встречаются пятнистые олени. В летнее время остров привлекает туристов необыкновенными пейзажами, чистым и теплым морем, своеобразным ландшафтом, обилием грибов и лекарственных растений. Здесь же находится знаменитое озеро Гусиное, где растет занесенный в Красную книгу России лотос Комарова. В советское время на острове разместился рыбокомбинат, рядом с которым образовался островной поселок, который существует и поныне. Сейчас население поселка Путятин составляет около 600 человек. Аскольд – остров в заливе Петра Великого с удивительной историей, неповторимой природой и интересными достопримечательностями. Безлюдные пляжи, захватывающие дух пейзажи, потерянные золотые прииски, старинные маяки, некогда грозные береговые орудия и таинственные подземелья – все это можно найти на острове Аскольд. Напоминающий на морской карте след подковы, остров Аскольд расположен неподалеку от поселка Дунай в южной части Приморья. Своей выгнутой стороной остров обращен к северу, а южная сторона, обращенная к морю, образует бухту, которая носит имя Клипера-Наездник. На юго-восточном побережье имеется одноименная бухта Юго-Восточная. Посредине пролива, разделяющего острова Аскольд и Путятина, расположились подводные и надводные скалы, которые носят название Камни Унковского. Самая высокая из них достигает высоты 40 метров. С моря остров Аскольд поражает своей величественностью. Высокие крутые берега, резко обрывающиеся в море скалы, огромные птичьи базары, пышные леса. Маяков на острове целых два – старый и новый. Они расположены на мысе Елагина, на незначительном удалении друг от друга. Не менее интересны для туриста остатки военных сооружений. Наиболее примечательным из таких объектов является 26-я батарея. Стрельбы из ее орудия велись до 1991 года. Остров Аскольд долгие годы был закрытым объектом Министерства обороны. Сейчас же сохранились остатки нескольких военных городков вблизи батареи. Остров Попова – это великолепные морские пейзажи с одиночными скалами, уникальная природа, чистейшая вода, настоящий солоноватый морской воздух. Остров расположен в непосредственной близости от города Владивостока. Живописные морские пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда. На побережье обитают тюлени ларго, вблизи встречаются киты и дельфины. Отдых на острове Попова часто выбирают дайверы. Даже на небольшой глубине здесь можно увидеть морских звезд, ежей, различных рыб и моллюсков.
Большая часть территории является заповедной, находящейся под охраной Дальневосточного государственного морского заповедника. Согласно преданиям, на острове существовала база пиратов. В 80-х годах 19 века здесь были задержаны морские разбойники, ограбившие судно, нагруженное провиантом и деньгами для укрепления крепости во Владивостоке. Преступников арестовали, а вот похищенных материальных средств так и не нашли. Вполне возможно, что остров Попова хранит в себе сокровища и в наши дни. Остров Рикарда, живописный и необитаемый, находится в заливе Петра Великого в 32 километрах к югу от Владивостока. Побережье острова украшают красные и черные скалы, галечные пляжи с крупными валунами. Подводный мир острова очень богат. В прибрежных водах можно встретить тюленя ларгу. В этой части залива Петра Великого обитает огромное количество рыб разных пород – мидия и гребешок, морской еж, кукумария и трепанг. Летом берега острова расцветают и радуют глаз пестрыми красками. Остров Рикарда необитаем, поэтому прекрасно подходит для туристов, которые ценят тишину, уникальную природу и возможность дикого отдыха. Рейники – самый далекий от Владивостока обитаемый остров в заливе Петра Великого. Известен своей кристально чистой водой, живописными бухтами и прекрасными пляжами из белого песка. На побережье обитают тюлени ларга, иногда можно увидеть китов и дельфинов. В акватории острова обитает 278 видов рыб. В прибрежной зоне встречаются тунец и акула, парусники и меч-рыба. Яркой достопримечательностью острова Рейники является покоящийся на камнях у красных скал остов ледокола «Пересвет», который долгие годы служил мишенью для Тихоокеанского флота. Бывшее немецкое судно «Кастор», полученное как трофей после Второй мировой войны, у южного берега Рейники притопили военные, и с тех пор «Пересвет» является одним из культовых объектов острова, пользуясь неизменной популярностью у туристов, фотографов и дайверов. Еще один объект интереса посещающих остров туристов – полуразрушенная база слежения ТОВ за воздушным и морским транспортом, которая находится на вершине сопки Монсельват. Интересна она не только как военный объект, но и тем, что в 1987-89 годах здесь служил лидер музыкальной группы «Мумий-тролль» Илья Лагутенко. Благодаря этому среди туристов сооружение известно как «Домик Мумий-тролля». Остров Шкота лежит у южного берега острова Русский и соединен с ним насыпной дамбой. Рельеф острова типичен для Южного Приморья. Юго-восточное побережье, обращенное к открытому морю, более возвышенное. Обращенные на север и северо-запад склоны полого спускаются к бухтам Новый Джигит и Пограничный. На север к берегу острова Русский протягивается галечная коса, которая заканчивается в мелководном проливе, не доходя до Русского около сотни метров. Остров Шкота – самый крупный среди островов Приморья, до которого возможно добраться вброд. Остров покрыт густым широколиственным лесом. Исключение составляют луга в верхних частях склона, обращенного к открытому морю, и пустыри на северной косе. На острове сохранилось достаточно много военных объектов. На вершине расположилась береговая батарея номер 904, поставленная на место одной из крепостных батарей. Недалеко от нее расположены руины городка артиллеристов. Среди некоторых островов особенно выделяется один, похожий на райский, богатый биоразнообразием. Настоящая жемчужина Приморья – остров Фуругельма. Самый южный в России, который назван в честь Ивана Фуругельма, адмирала, военного губернатора Приморской области. С 1978 года остров стал частью Дальневосточного государственного морского заповедника и входит в его южный сектор. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. Остров Фуругельма удивляет многовидовыми колониями птиц. Здесь рядом гнездятся берингов и уссурийские бакланы, тихоокеанская чернохвостая чайка, тонкоклювая кайра и тупик-носорог, а также широко распространенные виды серая цапля, очковый чистик, большой баклан. Оригинальная растительность острова, показывающая замечательный пример адаптации к специфическим морским условиям. Под водой вертикальные стенки скал сплошь покрыты друзами мидий, ковром из актиний, морских звезд, ежей и множество других обитателей моря. На острове сохранилась мощная 4-орудийная батарея, единственная на территории Приморского края береговая батарея, которая принимала участие в боевых действиях в годы Второй мировой войны.
Остров Желтухина – небольшой необитаемый остров в заливе Петра Великого в составе архипелага Императрицы Евгении. Его легко узнать издалека по красновато-желтым скалам. Во второй половине 20 века было принято решение превратить его в один из узлов береговой обороны Владивостока. На полигоне острова было размещено несколько тяжелых танков ИС-2 с дальностью полета снаряда, перекрывавшей 20 километров. Так остров Желтухина превратился в надежный щит на морских подступах к Владивостоку. Эти боевые призраки и по сей день верно стоят на страже в окружении множества воронок от снарядов и бомб. На подходе к острову с юга заметны гряды надводных камней. Северную часть острова украшают кекуры, так называют на Дальнем Востоке одиночные каменные столбы. Остров Петрова – настоящий райский остров. На него удается попасть немногим. Природа Петрова – настоящая загадка, которую до сих пор разгадывают ученые. Но все это добавляет острову мистическую привлекательность. Был открыт и нанесен на карту в 1860 году и назван в честь морского офицера Александра Петрова. Это естественный ботанический сад и многослойный археологический памятник. По словам специалистов, подобных мест на материке практически не осталось. Несколько тысяч лет назад остров Петрова был обитаемым. Здесь строили дома, укрепления и святилища бахайцы. Ходят легенды, что тисовую рощу высадили именно они, поэтому деревья растут такими ровными рядами. На самом же деле роща гораздо моложе. Еще одна легенда гласит, что роща, если на нее смотреть сверху, похожа на иероглиф. Есть на острове деревья с почти мистическими качествами. Например, на коре одного из них отчетливо проступает лицо шамана. Остров, со стороны напоминающий кита, небольшой, его можно обойти за час-полтора. Поскольку Петров входит в границы Лазовского заповедника, о посещении острова следует заранее договориться с администрацией данного учреждения. Острова. При этом слове многие другие российские прибрежные территории начинают завидовать Приморью. Как ни странно, острова – это редкость и большая ценность. Каждый из них – как новый мир со своими кекурами, птичьими базарами, лежбищами тюленей.